я бы желал себе счастья, но именно счастья ежедневного, счастья от процесса. Я бы хотел пожелать себе счастья. А вот каким образом оно достигается? У меня есть простые желания. Я бы хотел, чтобы я наконец-то смог стать хорошим вокалистом. Я бы мог пожелать, например, чтобы стать, уж простите, успешным, известным, чтобы кому-то понравились там мои песни. Но, с другой стороны, я понимаю, что не уверен, что я человек, добившись своих целей, становится настоящим счастливым. Моя шика. Моя Но ошибаться так легко и вновь Гемовер за манушки приготовь Еще один разок сыграть любовь Ты моя ошибка Моя ошибка Стоп-кран сорвался, надо жатели Допить коктейли с густи и А утром снова сделать бодрый вид В телефонном разговоре Скажем мы друг другу сори Вот финал чумных историй с тобой, с тобой. Где ты, моя? Возможно, даже я немного глуп Любовь уходит на повторный круг Я понимаю, шансов нет, но вдруг В телефонном разговоре Скажем мы привет, так что ли? Рецепт начала всех историй с тобой, с тобой, с тобой. В этом плане моя философия, мои мысли, они близки, наверное, к буддизму. Я, скажем так, нахожусь на нулевом уровне по всех этих там практиках, самоосознании и тому подобное. Но я думаю, что ключ к счастью лежит где-то там. Потому что я, скажем, 5 лет назад я вообще не попадал ни в одну ноту. И если бы мне показали меня сегодняшнего, наверное, я бы сказал, о, вообще нормально так стало. И все равно во мне есть огромная неудовлетворенность, скажем так, творческая, в первую очередь, то есть что-то я хочу сделать. Планирую там в своей голове. И не все у меня получается. Мой день начинается достаточно просто.
Сейчас у нас происходит карантин. Да, это можно говорить. Стараюсь вставать в 6, но на самом деле чаще встаю ближе к 7. Потом я делаю упражнения на сольфеджио, развиваю себе слух, в общем, всякие упражнения на развитие слуха. Проверяю там какую-то почту, то все. Сейчас я веду каждый день в 10 утра с 10 до 11.30 класс йоги каждый день. Вот. После обеда, опять же, чаще всего занимаюсь музыкой, а иногда через день или каждый день я бегаю. Бегаю примерно, каждый день бегаю 10-15 километров. В зависимости от настроения, погоды и физического состояния. Вот. Все остальное мое время занято в основном, ну, что-то подобием творчества. То есть я либо что-то сочиняю, либо просто пою кавера, либо пытаюсь сочинять. Ну, в 2018 году мы с другом ездили на велосипедах из Москвы в Абхазию. Прямо в Москве сели на велике и покатили. Где-то недели через две, как раз к майским праздникам, приехали в Краснодар. И честно, меня просто поразили запахи Краснодара. Мы приехали туда ночью, въехали, и каштаны были везде. Просто этот запах невероятный, просто все окутывал. Вот. И на следующий день я пошел гулять по Краснодару и придумал такое стихотворение. Как дела? Говорят, на Неве холода и туманы. В Краснодаре весна. Здесь каштаны, каштаны. Город ночью обнял в загорелых казаческих лапах подворотни, вокзал. И разлил свой каштановый запах. Здесь каштановый сыр, здесь каштановый квас, здесь каштанов на мир, даже на два за раз. Здесь в каштановом парке каштанов фонтан. Здесь любой полицейский немного каштан. Для чего же все это? Чтоб пасмурным днем на Неве спали кошки каштановым сном. Да, я вот реальный зожник, стопроцентный. Я, так сказать, не экстремист, то есть я никого не заставляю. Там человек бухает, ради бога его дело, пускай бухает, курит, пускай курит. Я так стараюсь иногда мягенько воздействовать, вот, но без экстремизма. Стараюсь своим примером, в общем, показывать людям, что вот как бы можно, во-первых, отдыхать и вообще жить без вот этого всего. Вот. А во-вторых, все-таки в целом, ну, для здоровья это намного, конечно, круче. И я раньше бухал и пил, и я не уверен, что если бы я до сих пор это делал, то я вообще занялся бы музыкой. Я честно скажу, у меня, вот как я свою главную проблему ощущаю, вот сейчас то, что меня гнетет, да, а вот то, что я говорил про счастье, ну, музыка мне доставляет счастье в любом случае, там, музыка, там, стихи, любой вид творчества, видео, даже если я после этого я как бы мог впасть в депрессию, что у меня не получилось, но процесс мне, я счастливый. И вот единственная вещь, которая меня по жизни гнетет, это то, что я в материальном плане какой-то прям богатая. Я согласен. И одновременно я понимаю, что вот какая-то, знаете, богатая невеста – это не вариант. Я буду себя чувствовать очень неуверенно. Если это будет только из-за денег. Если у нас случится любовь, то есть любовь, она такая штука, что не вариант вообще. Я думаю, что можно купить быт. Честно, у меня есть подозрение, что некоторые люди живут. Но в основном в обратную сторону. То есть, когда женщина живет с мужчиной, в основном из-за материального положения. Но это, я считаю, что на самом деле это нормально. Но я думаю вот тоже, что касательно семейных ценностей, что я думаю, что если гармоничная семья, помимо любви, это партнерство, это взаимное развитие.
То есть каждый должен стимулировать развитие другого. И с другой стороны, каждый должен развиваться и не останавливаться. И тогда даже если мало денег, даже если там какие-то проблемы и даже ругань там, все равно это все перемалывается и, так сказать, все движется вперед. Так. Какие-то, как он на приеме у психоаналитика. Для этого мы собрались. Я долго работал в офисе. И, кстати, тогда зарабатывал нормально деньги. Ну, больше, чем средний человек, скажем, в Москве. Вот. И единственное, меня тогда угнетало, это то, что я занимаюсь абсолютно бесполезным делом. Да, там я продавал там оборудование, которое, в общем-то, ну, служило только для зарабатывания денег. И меня это реально очень угнетало. Я тогда начал как раз заниматься музыкой, и вот через какое-то время я сбросил свою работу, стал преподавать йогу и все такое, деньги у меня все покончались. Но зато у меня сейчас нет такого ощущения. Да, я, наверное, пользу сейчас сильную, может быть, человечеству не приношу. У меня есть иллюзия, что, может быть, я же делаю что-то такое интересное, и кому-то станет от этого радостнее. То есть это плюс. То есть какая-то польза, пускай иллюзорная. Вот, я считаю, что это самое главное. После всего карантина для меня будет просто безумной радостью встретиться со своими друзьями. Но я думаю, что когда сейчас все откроется, и будут первые вот именно какие-то поэтические концерты, музыкальные концерты, и народ просто будет встречаться воодушевленный, будет огромный подъем, это будет для меня самая большая радость. В общем, я бы всем пожелал очень простого, реально простого, просто счастья. Скажут, что это счастье, что это такое, мы не знаем, что это такое. Но вот прям счастье, когда вот прям выходишь и офигенно. Встретил там человека, и офигенно. Там пошел попил кофе и такой думаешь, блин, круто, офигенно, и все такие офигенные. Вот такого счастья. В общем, в итоге. Я думаю, что достичь счастья, достигая цели, вот какие-то поставил цель и достиг ее, я думаю, вряд ли счастье возможно. Я считаю, что цели надо ставить и надо их достигать, но счастье, оно заключается в процессе, наверное, достижения. У меня, честно, так не всегда получается, скорее даже не получается, и я стараюсь.